Прошу любить и жаловать. Ян слева и Антонин Клатовский, чешские мотогонщики. Вы в России, я так понимаю, уже чуть ли не в миллионный раз уже по-русски говорите, лучше русских, да? Два миллионный раз. Двухмиллионный раз, да? Нравится у нас? Да. Да? В каких городах больше всего были? В России все хорошо. Все хорошо? Точно? Другие дома. Другие дома, которые у нас, знаешь. Я вот сегодня поразился, вы же в этой шапке с рогами были, да? Да, это чуть-чуть новый дизайн. Новый дизайн? А откуда она вообще? Голове подумал, что сделать. Прикольно. Завтра можно будет подергать, нет? Завтра возможно. Яна начинает. Завтра на Уяна будет? Да, завтра на Эхам, Эха, Ян. Я в финал попал. Но у вас семейное, насколько я понимаю, это вот. Мотогонщики вы такой, ты отец, семья, да, мотогонщиков. Это откуда это пошло? Откуда вот? Без мотоциклов жить не можете, наверное, да? Это тяжко, значит, это все так хорошие мотоциклы, так все в теме хорошо, так просто и много денег, значит, это как это тяжкие часы. В каком-то году это нет много денег, как спонсору, а нет хорошие результаты, так у нас чуть-чуть так мы лучше работаем на следующий сезон. Завтра шансы есть на медали? Да. Есть, да? У обоих или у кого-то одного? Это какой я бы финал, а я не ехал семифинал. Я завтра не ехал. Понял. То есть ждете Яна в финале, да? Ян, как настроение-то? Нормально. Нормально? Завтра посмотрю завтра. Угу. Мне рассказали, что вы лучше всех делаете ласточку. А, Антонин делает, да? Антонин, мне сказали, лучше всех ласточку делаете на мотоцикле. А, ласточка. А, сделаем. Сделаете? Если не будет хороший результат, так на конце делаем ласточку про людей. А если плохие? А, да, обидите болельщиков? Да, я знаю. Так и так сделаем. Ать хорошо, небо плохо. Спасибо. Где? Спасибо.